Это производство домино. Так, ребята, всем привет, с вами Тимуха Домина. Сейчас, извините, пожалуйста, секунду, момент. Так, ребята, как вам уже известно, по прошлым двум предыдущим сериям я вступил в ВДВ, в организации. Извините за то, что они слоупочные, слишком длинные, все так далее и тому подобное. Просто, ну, был такой момент определенный, в который я снимал, мне было сложно общаться и на телефон, и снимать, и еще дома был движ. Короче, ну, неудобно, извините, ну, как есть, так и есть. Сейчас уже третья серия, повышение идет. Я, ребят, только сегодня вступил и сразу попадаю под повышение. То есть, блин, мне действительно очень сильно повезло. Так, вот, букву «Э» я оставлю для того, чтобы «Ми» писать и так далее и тому подобное. Вот, ребят, и сейчас меня будут повышать. Я сам не знаю, кто я, мне действительно самому интересно. Давайте посмотрим. Статистика. Рядовой. Ну, это понятное дело. То есть, ну... Так, наркоты у меня, блин, дохрена, что-то если спалят, будет не очень хорошо. Так, ребят, ну вот так вот. И да, ребят, если он еще не прошел, если он еще не закончился на канале, проходит типа розыгрыш. Ну, будет проходить на 100 тысяч рублей. Что же надо, ребят? А надо всего-то ничего. Просто, чтобы на канале на просмотре влог «Видео на крыше» набралось 100 просмотров и более. Тогда я разыграю 100 тысяч на сервере Magic World Play 1. Для чего мне это, ребят? Смотрите, просто идет канал, и просмотры идут от 100 хотя бы. А дальше просто вот там 40 просмотров, то есть мало. Да, я понимаю, это не мой формат, но я хочу, чтобы там было хотя бы 100 просмотров. Я сниму лучше видео, вечернее уже. Там будет качество получше, там будет, ну, все получше. Просто я так снял, показать вам, пацаны, типа, посмотрите, я существую там, все-все-все там, как я выгляжу, если вам интересно. Вот, там я со своей девушкой, в общем. Так, ребят, ладно, сейчас не о влоге, но, кстати, ставьте лайки, буду очень благодарен. Пишите критика, не критика, только нормально, давайте будем объективны. Вот, я вступил в ВДВ. Вот, хочу пойти дальше в ППС. Не знаю почему, в ДПС мне как-то не хочется. Вот южный опять, вот это мне в ППС пойдет. Но дальше скоро будет глобальное обновление. Но скоро, не скоро, не знаю, но дальше оно будет. И получается так, что... Что посмотрим, в общем, куда я пойду и успею ли достичь там какого-то звания. И да, ребят, еще вы вот мне пишете, там, раньше ты там был как-то помолчаливее, там сейчас уже как будто миллион подписчиков. Ребят, ну это все зависит действительно от настроения, серьезно, вот, ну а зависит от настроения. И вот сейчас мало кто, я уверен, что мало кто будет смотреть эту третью серию после тех двух первых. Потому что люди зашли, посмотрели, я там молчу, там торможу где-то, там что-то там еле рассказываю. И люди думают, что дальше будет тоже скучно. Но тут третья такая бум. Короче, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, нас уже 380 человек на канале, это... Действительно большая цифра. Те, кто говорят, ой, там сколько у тебя подписчиков, вот сразу. Первое, когда я работал в Дальнобог, там чуваки пишут, о, Тимоха, здорово, а кто он? Типа, ютубер, а сколько подписчиков, а сколько подписчиков? Какая, блин, разница, сколько подписчиков? Ну вы такие лицемеры, просто, ты просто, блин, жесть. Сколько подписчиков, такому ты пишешь, а, мало, зачем ты снимаешь? Чуваки, если не снимать, они набираться не будут. Логику слышишь, подумайте, ладно. Так, ребят. Передаю привет всем, кто сейчас здесь со мной находится. Ребята, я заметил, кстати, клёвые. И когда было у нас строй, когда нас только приняли всех, было примерно, ну, столько же людей, плюс-минус. Но я не думал, что в ВДВ столько много людей. И я когда смотрел другие видеообзорщики, ну, а видеообзорщики показывали, то в ВДВ вообще мало людей, а тут много, просто караул. Я надеюсь, я попаду под повышение, то есть я затащу там хотя бы уже ефрейтор, да, там, или какое следующее звание. Надеюсь, проканает. Потому что я не шарю ВДВ, первый день, я заснял две серии, вышел, начал их монтировать, и тут мне пишет вот этот вот парень, типа, заходи, тут повышение. И я бегом зашел, бандикам включил, и вот жду. То есть я не знаю, что сейчас будет, что предстоит, что будут спрашивать и так далее и тому подобное. Вот так вот. Там сзади стоял Хаммер, я попробовал на нем покататься. Ну, я как, я знал, что брать нельзя, я ее просто отогнал, потому что она стояла на взлетной полосе. Отогнал, ну, блин, тачка классная. Еще сел вертолет, он не завелся, написала нет бензина, ну зато посидел Ми-8. Первый раз, кстати, очень прикольно. Так, ребят, ну вот, стоим уже ждем, я не знаю, долго еще ждать или нет. Так, блин, и вот еще здесь прикол в том, что вот если вы погибаете, да, например, и вас ранят, например, не погибать, вас ранят, вы респаетесь из больницы, вы приходите, открываете ворота, например, и заходите. То есть никто вам претензий никаких не скажет, вы покинули территорию там военного объекта, все, увал там, это все, такого нет.
По крайней мере, я на себе это пока не ощущал. Вот, если можно, я буду приезжать сюда на своей машине. Отпишитесь, пожалуйста, кто был в армии, можно ли приезжать сюда на своей машине. Если можно, я буду тут рейндж парковать, вот где-то там, рядышком с вертолетом, или где он, гелик стоит, вот где-то там. Будет очень прикольно, я буду знать, что моя машина здесь, и не париться. То есть, вот, за это спасибо. То есть, ну, узнаем, можно будет или нет. Если да, вот, кстати, Никита, посмитный, по-моему, да, по-моему, правильно твой не говорю. Передаю тебе еще раз привет, просто классный ты чувак, помогаешь мне. Вот, пишешь там, где что, огромное тебе спасибо, просто огромнейшее. Так, ребят, я еще что хотел сказать. Давайте соберем нашу типа мини-банду, человека 4, пускай будет, да, в скайпе, чтобы можно было базарить, вместе снимать, где-то там играть, но не всегда снимать, потому что я привык, ну, сам снимать. Вот как-то так. А дальше можем играть все то, чтобы было проще на повышение идти. Ночью, чтобы можно было там на вертолетах полетать. Еще что-то делать, чтобы вот был движ между нами четверыми, типа мини-банду. Потом можно скинуться деньгами, создать свою семью. Кстати, ребят, вот только что у меня зародилась четкая идея. Ребят, вот кто хочет спонсировать мои видео, давайте сделаем так. Те, кто были спонсоры, они мне дают деньги, они не знают, на что они дают. Они просто так дают, типа, на, Тимоха, делай с ними что хочешь, типа, нас не касается. Вот, ребят, я сейчас хочу, чтобы вы меня услышали. Кто спонсор на первом сервере, у кого много денег, кто меня смотрит там, кто меня хотя бы немножечко уважает там или считает, ну, хорошим подписчиком, и кому не жалко, то есть дать денег, да, ну не подписчикам, а ютуберам. Кому не жалко дать денег, ребят, дайте, пожалуйста, ну не дайте, а проспонсируйте около 500 тысяч или кто сколько может, создадим свою семью. Я создам и буду брать туда людей. Я там, я не знаю, сколько ограничено, не ограничено, но будем отбирать так, чтобы были адекватные. Вот у меня нет райткала, или как он называется, но если надо будет, мы создадим. То есть вот так вот. Я серьезно сниму видео, про как дает мне деньги спонсор, как я создаю семью. В общем, будет круто. Название семьи, если есть, мы придумаем свое. Ребят, вот. Предлагаю вам, тех, кто хочет проспонсировать создание семьи Тимохи Домино, пишите мне в личку или в ссылочку в Ютубе, я сам вам напишу, то есть в комментарии в Ютубе. Будет, ребят, очень круто. Так, да, военного билета у нас же нету, вроде бы, давайте посмотрим, а то я забыл. Военный билет. Нет, нету, ранг первый, рядовой. Ладно, нету, так нету. Ребят, вот, серьезно, отличное дело. Вот кому не жалко, кто хотел дать денег, если вы сейчас мне их дадите, то есть проспонсируйте, не люблю слово там, дайте денег или там еще что-то, не люблю вот это. Спонсировать будет нормально. Кто хочет проспонсировать, ну как слово, я не люблю, короче, неважно. Кто хочет проспонсировать, блин, вы реально отдадите на благое дело. Будет очень круто. Создадим свою семью, ребят, отвечаю, буду за этим следить, буду делать так, чтобы все было четко. Будем реально проводить РПшки. Ребят, давайте в натуре создадим семью, будем проводить какие-то РПшки. Сразу в армии, потом еще что-то и так далее и тому подобное. То есть что, без РП просто вот так вот взял и дал новые погоны? Здравия желаю. Вот дал честь. Блин, будем по РПшке так все делать, чтобы четненько было. Круто. Очень прикольно, ребят. Вот вообще, давайте реально создадим семью. Пожалуйста, ребят. Кто хочет проспонсировать, блин, вы супер просто. Пишите. Так, ваш ранг в организации был повышен до второго, сержант. Благодарю. Ребята, все, есть, я сержант. Круто, вот это круто. Давайте затаймим. Все, я сержант, ребята. Я сержантик. Все, вот это очень круто. Все, второй ранг, сержант ВДВ. Есть. Просто ничего сложного. Просто пришли и нам дали второй ранг. Огромнейшее спасибо. Ребят, кстати, вот за вот эту идею очень прикольно. Очень прикольно то, что просто пришел, отдал честь, меня повысили number one. Просто молодцы. Еще, ребят, вот если меня услышит кто-то из старших ВДВ, любого сервера, вы поговорите, пожалуйста, с администрацией, так как я знаю, что у вас есть с ними связь. Например, 9-й ранг и тому же лидеры. Сделайте так, чтобы первому рангу уже давали оружие, поскольку в моем предыдущем видео, во второй части, есть то, как мы прибегаем в армию с больнички, и там бегает вооруженный человек непонятного происхождения на охраняемом объекте, который единственный в штате, единственный в области. Мы не можем его отстрелять, вот, и у него есть преимущество. Если я начну его лупить, то получится так, что это повергейминг, потому что он вооружен, а я нет. И что мне делать, как защищать военный объект, я не знаю.
То есть поэтому, ребят, это надо переделать. Это действительно большая ошибка. Я знаю, что мое мнение уже какое-то, но есть. И меня, возможно, кто-то прислушается. Если кто-то знает администрацию или что-то, выведите им, покажите им это видео, пускай они послушают и подумают. Потому что это серьезно так. Вот, по поводу там еще вот были хейтеры. Хейтеры там хейтят меня, там мы тебя забаним, там мы тебя не смотрим, там у тебя мало этих. Блин, чуваки, мне по барабану. Если бы мне как-то это задевало, я снял бы видео для хейтеров там. Ну понимаете, мне даже нет желания тратить время для хейтеров. Мне по барабану, есть вы или нет. Что вы пишете, что нет. То, что вы пишете, школьник. Я 3 года назад школу закончил. Мне по барабану, чуваки. Мне меньше через год получать права. У меня машина практически есть. То есть вы понимаете, мне по барабану. Я не хвастаюсь тем, что машина есть. Нет, она как бы еще моего отца, да. Вот, ну блин. Ладно, ребят, эта тема совсем другая. Я просто говорю, что я не школьник. И то, что вы мне пишете, меня это не задевает. Вот так вот, ребят. То есть просто поймите, то, что вы пишете, там, ну, это вы для себя. А так мне по барабану. Если вы заходите на мое видео и говорите, о, хейтер, хейтер, сам факт. Вы зашли на мое видео и посмотрели, значит, вы знаете обо мне. Я к вам не зашел, потому что я вас не знаю, а вы меня знаете. Мне по барабану, какое у вас обо мне мнение. Есть ребята нормальные, которые смотрят, респект и уважуха. Спасибо за просмотры, за лайки, даже за дизлайки, за комменты. А за этих чуваков мне по барабану. Вы зашли, мне просмотр засчитался. И все. Свое дело вы сделали. Дальше идите со спокойной душой. Я вас здесь не держу. Кнопочка отписаться бесплатная, так же, как и подписаться. Так, ребята. Что же теперь? Посмотрим. Так. А уйти уже отсюда можно? Или мы еще стоим? Нет, там еще стоим. Угу. Блин, ребят, вот я бы хотел еще на вертолете полетать, но, блин, это, наверное, нельзя там. А что это считать, передал? А военный билет мы получаем с 5 ранга, то есть повышение, мне сказали, в 2 дня каких-то. То есть за месяц можно поднять, 1, 2, 3, 4, 5, 6. До 8 ранга за месяц можно дойти. Вот как-то так. Но все равно надо стараться, ребят, то есть надо, чтобы был онлайн. Чтобы видели, что вы как бы есть. Вот как-то так. Вот такое было повышение. Давайте я еще вам что-то покажу, потому что это будет не очень-то прикольно. Так, а можно уходить вообще с строя? Мы свободны или нет? Ладно, ребят, это будет такое информативное видео. Я просто покажу, как проходит повышение, чтобы вы не переживали, да? Потому что я знаю, когда на сам ПРП раньше проходили повышение, пацаны, блин, повышение, там, я не знаю, и выходят из игры. Здесь не парьтесь, здесь вас просто так повысят. То есть за службу, за добросовестную, никто не проверяет, сколько вы здесь. Ничего не так далее, не тому подобное. То есть все четко. Пацаны, молодцы. Вот с этим реально не подвели, очень классно. Амазинг вообще решает. Вот, мне еще там писали, Федя, чу, тебе платят деньги, типа, за рекламу сервера Амазинг? Да вы что, издеваетесь? Конечно, нет. Если бы мне Федя чу хотя бы платил там по 50 гривен в месяц, я бы уже был доволен, блин. Я бы все равно бы их сюда донатил. Ну, не факт, конечно, я себе микрофон купил, ну да ладно. Блин, чуваки, извиняюсь за шумы, за посторонние. У меня просто, понимаете, ноутбук. И у меня микрофон стоит прям почти возле вентилятора. И он не профессиональный, он для скайпа просто. И мне сложно снимать вам. Но я стараюсь, пытаюсь повышенным голосом, говорю где-то громче, где-то все. Вот, так что принимайте таким, какой я есть. Уж так. Ребят, еще хочу выразить огромную благодарность за то, что у нас 380 человек. Я понимаю, это не юбилей 400, но все же 380 с нуля, без рекламы, без пиара практически какого-то там. Просто огромное спасибо за то, что заходите, ставите лайки, пишите там, рассказывайте друзьям, делайте репосты. Еще, ребят, поднимайте онлайн в группе, то есть не онлайн, а активность. Поднимайте активность в группе, потому что в группе 70 человек, активности нет практически. А там будут конкурсы, розыгрыши, все записи, все новые. Все будет там. То есть подписывайтесь и туда. Так. Блин, а уже можно расходиться, да? Да, я вижу, уже все расходятся. То есть не было никакой команды, можно расходиться или нет. А, ура, 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 там орут пацаны. Так, еще, ребят, вот мне знаете, что интересно. Я хотел бы вертолет сесть, можно? Я просто посижу, скажу, осматривал боевую машину. Надеюсь, нас не спалят. Ах. А нет. Прикол в том, что у них нет топлива. Вот это, возможно, есть, но, ребят, вы так не делаете, потому что, наверное, нельзя это делать.
Минус 20 литров? Понятненько. Так, отдавайтесь. Опа, оп, опс! Типа проследим за ним. А ну стоять, 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 стоять! Напишем. Около вертолетов бандит, помогите, блин. Надо как-то его... Ну это ж бандит, ну по-любому, ну... Ну посторонний на... в объекте. А да иди сюда! Вот понимаете, вот почему нет у меня оружия? Я должен его просто ликвидировать. Ну что это такое вообще? Это нормально вообще, что военный бежит за бандитом? За двумя бандитами! Около вертолетов. Оу! Около вертолетов два вооруженных бандита. Помогите, ну где они, а? Вот они бегут! Сюда, блин! Чуваки-то, давайте сюда! Блин, ай-яй-яй-яй-яй-яй! Блин, извините за вот это клоцание по клавиатуре. Давай сюда, сюда, сюда! Ну, чувак, сзади, а! Ну, куда же? Давай, давайте сюда, за мной, за мной, за мной! Где бандиты? За мной! За мной, вот, где-то здесь были. Вон, 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 вот, вот они, вот они, два чувака. Вот, ловим их, ловим, ловим. Вот, смотрите. Воу, чуваки, не стреляйте. Ну где вы, блин, где мои? Блин. Чё же это такое? Давайте, 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 здесь они, здесь, здесь. Давай, давай, давай сюда, беги, беги, беги. Вот эти твари. Давай, 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 ну иди сюда, падла. Ай-яй-яй-яй-яй, и меня просто загасили. Там началась перестрелка, вот. А, вот этот чувак. Нормально. Вот этот чувак. Блин, извиняюсь за то, что пикнуло. Вот, все, чувак, поиграл, да? Проникли на военный объект. Ящики носите. Так. Так, только что устранил двух бандитов. А я обнаружил и доложил. Вот почему он не сказал, а сразу так похвалился, типа, о, смотрите, я двоих завалил. Нельзя было сказать там, типа, сержант Домино там заметил двух преступников вооруженных на охраняемой территории. Кто не носит, а кого не носит? А, кто ящики не носит? Ну ничего, пойдем таскать ящики. Итак, ребят, вот так вот заканчивается видео. Я получил второй ранг. Теперь я сержант Домино. Я нашел двух ребят, которые проникли на охраняемый объект и помог их устранить. Вот так вот, ребят, вот такая серия вышла. Меня повысили. Да, ребят, да, да, я теперь сержант. Спасибо всем за просмотр. С вами был Тимоха Домино. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям об этом видео. Также вступайте в официальную группу ВКонтакте, которая есть. Ссылочка под этим видео в описании. Ждите новых видосов. С вами был Тимоха Домино. Всем до скорых встреч. Всем с праздником Покровы. Всем мир. Удачи.